Ну что, ребятки, второй день? Второй день. О, ребята, что-то попутали. Бетон, тут же елки, метелки. Ладно, сейчас. Даст. Вот примерно вот так это все происходит. Этот бетон просто стоит, пыль столбом. Тут, понятно, бетон еще не вывезен, что мы и подозревали очень сильно, что он не будет вывезен. Немножко там из-за какого-то металла, какая-то ферня. Это по-хорошему надо вывозить все на приемку блоки. И только по мелочи вот эту ерунду, которую надо грузить в контейнер, соответственно. Вот такая вот ерунда. Ребят, бетона еще дофига. Хотя параллельно возили машиной, там загрузили почти полный контейнер, а еще убивать надо всю вот эту дорожку. То есть сегодня закончить не получится. Надо смотреть реально. Порядок, а там уже постолько. Что ж, мои хорошие, вот вам небольшой обзорчик от города Потсдама. С ним, конечно же, надо будет лучше познакомиться все-таки поближе, потому что, ну, мы единственное, что мы увидели, это то, что это очень красивый город, но не смогли как бы рассмотреть доскональности, поэтому в следующий раз поедем и посмотрим побольше. Так что оставайтесь с нами, ждите следующего выпуска. С вами была ваша Алена.